На улице Каркмасова реставрируют фасады 26 зданий. Покраска многоквартирных домов проходит в рамках краткосрочного капремонта. Именно улица Каркмасова в Махачкале стала первым проектом в республике, который объединил несколько муниципальных, региональных и федеральных программ. Напомним, власти предусмотрели здесь также замену коммуникаций и создание пешеходных улиц. Реставрация 9 многоквартирных домов уже на стадии завершения, а в этом году будут отремонтированы еще 17.